96 даже, а? 96, это вот чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Ну вот он стал, ну галку получил. Вот я галку получу, может, тоже дропать стану. Думаешь, Глория? Да не. Вот, смотри. Тут механика толкания, как в Селесте. Но я понятия не имею, что мне нужно делать. Пизда. Видишь, тут я убиваюсь. А что мне? А какой-то смайлик. Ну, блин, это не настоящая галочка, Глория. Мужики, вот я не знаю, как дальше. Ну, ты видишь, да, наша Павел ломает колючки. Нужно будет вот тот толкнуть. Пила опускается. А как туда запрыгнуть? Привет, Малтар. Все ачивки на галочку? Нет. У меня с онлайном же беда. Мне нужен онлайн минимум сколько? 75? Средний. От стен... Нет, но тут знаешь, какая есть тема? Я могу повиснуть. Сейчас покажу тебе. Ой, не так. Вот. Вот на этом углу я могу повиснуть. А вот на следующем справа... Я повиснуть не могу, потому что там, видишь, торчит. Если торчит, то это плохо. Вот. Возможно, я должна висеть. 1-2 стрима с ботами, в смысле. Средний за месяц. У меня средняя мазь, знаешь, сколько? Сейчас скажу. После Якудзы еще, бля. После платформеров. Ну, тут, кстати, не те галочки. Сотых. Из 75. Это даже... Это треть. Чуть больше 1/3. Голый, блин, вот это тебе везет. Вот вешу я. 500. Привет, Толстокотя. Толстокотя, ты мне хотя бы да помоги. Вот как мне это сделать? Блять. Ну, наверное, так, да? Но только по-нормальному сейчас. Слушай, а у меня не получилось допрыгнуть. Да, ну... И то могут отказать, кстати. Люкс, это уже дома, не галочка. Вот как мне идеально прыгать? Не так. Точно я правильно делаю? Дэшнуться в нижний? На ходу он не захочет. Он на ходу не захочет этого сделать. Пока он будет ехать, он не будет. Потому что если я делаю не так, как сейчас, то у меня потом нет возможности сделать нихуя. Потому что если я прыгаю сюда, потом вешаюсь вон туда... Поздравляем, вы долбоёб. Ну, типа...
Ты мне чё метрополитен скинул? И дудку. Дудка, блядь, и трубник. Это вообще, блин, какая-то филипупола. Если так я сделаю, что мне даст? Мне там жопу отрежет. Вот, хорошо, допустим. Это вообще кто-то очень злой. А, нет, это шут. Да блин, помогли бы лучше, мистер Дюксоид. Ай, бля, слушай, ну это абуз нахуй. Привет, Чупик. Как тебя там это? Сама. Не будешь? Ну а ради Чупика? Не ради меня, а ради Чупика, пожалуйста. Почти получилось, но хуйня вышла. Потому что я забузила, ну типа по шипам прыгать, это же обузная механика. Чупик дороже, но надеюсь, да, она же типа женщина нормальная, без хуйни, не то что некоторые. При этом 15 минут. Если вот эта штука уедет туда, у нас есть два захвата. Я стерла себе опять писечку на пальце. Больно, неприятно. Жарко невыносимо, да. Я прям думала уже о том, чтобы сбрить все на голове. Потому что потеет под волосами, шея, все потеет, жарко невыносимо. Я могу его увезти туда. Повиснуть, и нахуя я это сделала? Женщина без хуйни. Прыгнуть на блок. Дабл дэш у меня нет. Смотри, есть варик, знаешь какой? Я сейчас бьюсь башку об стену, вон об ту, на которой вишу. Она сбивает шипы, которые ведут к чипу. Приземляясь на колючую пипку, и мне отрубает ноги, наверное, да? Ты предлагаешь мне дропнуть игру, но это неправильно, Тюкс. Привет, клубничный Иисус. Иисус, помоги, пожалуйста. Здоровье... пока есть. Сердечко 2 из 5, наверное. Бля, нихуя не понимаю. Привет, Кеклоу, спасибо большое. Как там у тебя дела с футболом? Я просто ничего не понимаю, мне на него так похуй, но... ну нет, Дюкс, а, ну помоги. На колючке, ну все. Ну вот, видишь, почти, но хуйня полная. Надо с нижним кубаном что-то делать. Наши, это кто? Это из России? Ты из России болел? 1-4, по-моему, да? Это плохо. Айкенфеев еще играет? Я в 2008 чемпионат Евро смотрела. Пизда, прости, я... сейчас. Зачем? А я не знаю. Интересно было, почему. Вот висючка там зачем? Я вот обожаю, это неправильно. Have no fucking idea. Йент. Нет, тут не так. Нельзя влево пойти. Перестала болеть-то я давно. Какой почти последний? Это стетоскоп? Thank you.
Плюс нам мало, зачем? Вот типа того? Блин, текло, синька зло, не надо. Ну, чуть-чуть только, ладно. Не успела прожать в тайник. Ну, кстати, это не гольф. Ты якудзу хочешь? По якудзу соскучился? Меня долго просить не надо. Сэм, это кто? Сэмюэль Л. Джексон? Я только Джека Дэниелса знаю. Сэмюэль Л. Джексон — это актер, его нельзя пить. Самогон. Фу, ты еще и такие вещи пьешь. Ужас. Ты осторожней там. Ладно. Слушай, а что если, да? Я что-то придумала, но не поняла, что. Сос. Ай. Пай. Сос. Почему-то не зайти бла-бла. Ну смотри, Кеплол, ты ж не молодой уже. Такими штуками не шутят. Привет, Халдиман. Я Дэн по-другому. Мне нужна помощь. Помогите. Почему ты не цепляешься? Да не, лучшей помощи. Вот именно, что нужно делать. Мне нужно, чтобы умные люди в чате сказали мне, как я должна... В каком паттерне я должна все это расчистить? Как кнопки жать, чтобы игра проходилась? Изначально в правой. А как? Прыгну туда? Не поняла. Она не цепляется. Она не цепляется, блин, хоть убей. Двинуть нижний. Подвинуть еще раз. Но тогда вот этот парень не опустится. Мне вот эта пила не позволит забраться наверх. То же самое, но тут опусти сначала. Так. Что, умный, что ли, дохуя? Пиздец. Так, а теперь смотри, прыгаю сюда, ножками сюда. Он, сука, должен остаться, блядь, понимаешь? Забужено. Thank you.
Спасибо. Вы большие молодцы. Я вам невероятно признательна за помощь. Но там как-то я все равно забузила. Я уверена, что сюжет-то не должен отскакивать от шипов. Но не по сюжету, а если ты нормальный чел. КС-чка сложно, там стрелять надо, блин. Чё это? Шоссе не то. Так мне ноги срубает. Опять хуйню зарубив. А туда как поедет вертихвостка? Так, ладно. Прыжок, Я сегодня так мажон хорошо поиграла. Видосы на части на 5. Включает в меню бессмертие? Не-не-не, это не щитово. Ага. Не так это делается, а... Почти, но нет. Не так. Тут никак не повисны, да? Ну ладно. Весь чат заспали. Батл тот новый или старый? Новый не особо хвалили. Старый, но не хочу. Вниз просто нажми в следующий раз, ладно? Примерно так, но не так. Света будет подбадривать? Там опять автомат шалит, что ли? А, он заблочил слово спидран, извини. Плясать на фоне, о, да. Тогда онлайн хотя падать не будет. Хе-хе. Блядь. Да не прыгай ты вверх, блядь. Ну не прыгай ты вверх, пожалуйста. Жопой задела платформу.
Да это не я. Мужики, я почти закончила то, что должна была закончить, но у меня не получается. Я уверена, что она именно так и делается, только там какая-то проблема возникает. Слушай, а может быть... Привет, грифплея. Сейчас я сначала попробую опустить эту гадину. Что ж ты опять зацепилась-то? Так слушай, она, наверное, так и делается. Хотя не, если я буду кататься там направо и налево, то я... Чем от хорошим. Ладно, я что-нибудь, возможно, придумаю. Привет, Фусус. Интересно, блин. Что-то тут нечисто. Как я вон ту верхнюю штуку буду опускать? Ой. Должна опустить и поднять? Рывок прожать, пока буду над шипами пролетать, попробовать, да? Не знаю, насколько это законно вообще-то, что я сейчас придумала. С самого конца я туда не залезу, но у меня не получалось. По крайней мере, я не знаю, как это сделать. В самом конце-то я как сюда подпрыгну? Я сюда сейчас подпрыгнула благодаря чему? Вот здесь я оказалась после того, как я зацепилась вот за нее. Не успеваю. На горизонтальное после толчка. Так, что сказать? Память эмодзи, я не знаю, запрыгнуть с трамплина. А трамплин это где? Но мне трамплин нужен будет потом. Трамплин это ты платформу наживную имеешь в виду, да? Трамплин мне нужен вот для этого. Не для этого. Блять, обосралась. Блять, обосралась.
вот, для этого мне нужен трамплин, но как я обратно собираюсь забираться, я не очень в этом уверена. Нахуя, блядь, умничать, да? Так, слушай, а может я опять должна от шипов там оттолкнуться и все? Если я тайминги подрасчитаю. Сейчас, кстати, что-то прикольное было. Но я не всегда чувствую шипы. Слышь? Привет. Спасибо. Всегда рада видеть тебя, Спарклс. Это сарказм, если что. Да, я и сам понял. А ты проницателен. Ты сказал, что отпустишь меня, как только я стану настоящей героиней. И как мне это сделать? Как ты когда ты посчитаешь, что уже достаточно? Пока тебе есть куда расти, я не собираюсь отпускать тебя. И пока я могу генерировать для тебя все более сложные задания, ты не являешься готовой. Погоди минутку. А есть предел того, насколько сложные испытания ты можешь генерировать? Нет, я могу усложнять их бесконечно. Короче, я либо провалюсь и умру, либо буду продолжать делать это бесконечно? Да, похоже, что так. Это безумие. Не я задал эти параметры. Я лишь делаю то, на что был запрограммирован. Программисты, идиоты. Как только выберусь отсюда, напишу им злобное письмо. Нет, я пройду и все. Я не буду трогать даже никаких дополнительных левелов. Отсюда должен быть выход. Он обманул Дюкса. Слушай, кажись, так и надо было, блин. Ну не так, но типа... Да хуйня какая-то. Так, это опять та загадка с куклами? Со стражниками. А, бля, не залезай нахуй. А спрашивается... Дюкса, видишь, как быстро я стараюсь? Special for you! А ты все еще недоволен. И куда нахуй? А, ну, наверное, влево. Бля, баннер сага меня еще ждет. У меня прыжок ворует, а мне его и нет. И чё? Перепрыгнуть ту штуку. Ну, типа вот так, но только по-нормальному. И чё дальше?
Ой, а прыжочек не прожався. Там еще какая-то сраная срань. Ты не умрешь. Никогда будешь жить вечно. А ты уверен, что мидбой не тянет? То, что у него есть член, еще ничего не значит. После верхней перепрыгнуть. Мне это что-то даст? Нихуя мне это не даст. Вот то она за нам на. Угу. Сашко, ты дурак, вонючий. Только надо подумать, что я буду делать потом. Ну ладно. Москва не сразу строилась, я слышала. За вебкой туда, куда мне нужно войти, да. Ва. Забываю постоянно, что вы почему-то не видите так, как вижу я. Очень вам повезло, потому что близорукость — это не клёво. Сейчас у меня пальцы запомнят, как кнопки нажимать. Это кал, только протянка классно. Ты, кстати, описал мой стрим. Ой, я что-то испужався. Короче, я повисну и буду думать потом, ладно? Если успею, вкус. Даш, я боюсь. Надо поверху даже прижимать. Да, да? Нет времени думать, Alt+4. Ну я ж могла дотянуться. Если бы панически не прижимала все кнопки. Слишком низко, бля, как по-хорошему сделать-то? Я же зацепилась один разочек. Так она не дотягивается, даже там прижимать нельзя, значит даже сверху, я это уже прекрасно знаю, но почему-то су его прижимать. Оно... Малом, да?
будет обидно обосраться в самом конце. Если я вдруг что-то напортачу где-то. Дэш, почему я не жму наверху? Почему я... Слушай, а может я там уебусь об шипу, вот поэтому я не жму. Надо выучить тайминг того, как запрыгивать на эту платформу, потому что я его не чувствую. Я вообще ничего не чувствую. А, рывка не было почему? А вот потому что... За стенку не зацепляться и просто в воздухе держаться за это говно. А не, нихуя. Слушай, вот, вот примерно этого я и боялась. А потом мне нужно будет, после того, как я эту штуку уронила, поехать назад на правой нижней платформе, да? И она сломает стекло. А вот я не знаю, если я прыгнусь, мне это... Нет, мне это не поможет. Я просто подумала, что еще мелкий пух, возможно, придется возвращать. Как жарко-то. Панды классные. Мой любимый видос с пандами — это где панда испугалась. Панденыш испугался, когда мама панды чихнула, по-моему, там так было. Я про него, кажется, вчера говорила. Ах, ты ж засранец! Тогда потом... Точно! Да, я поняла. Трудом, но... Спасибо, Дюкса, за то, что уделили мне внимание. А слушай, я ж могла отпрыгнуть там. Предложность, народ. Прыжки на уголки идут нахуй.
А может, я все-таки верхний кубан должна обратно толкнуть? И что? Что-нибудь интересное произойдет? Вот я про это и говорю, Кьёко, да, но я потом боюсь момента с зацепом, который непростой, а с колючкой. Типа, успею ли я? Вот я на ней повисну, потом подпрыгну, дэшусь в платформу, падаю вниз, и я, наверное, не успею с нее зацепиться. А мне хватит высоты прыжка? А потом уже на нижний попробовать поехать. Спасибо. Думай, Джози, думай. Не позволь идиотскому всесильному суперкомпьютеру перехитрить тебя. Ну как мне одолеть его? Способность искривлять реальность кажется слегка дисбалансной. Так, количество слюны, блин, при чтении во рту. Я не смотрю, я просто нажимаю, а потом думать буду. Колючки. Там шипы остаются, надо летать до туда, хвататься, а потом прыгать. Привет, злой нос, сон. Жарко было. Ну, а так нормас. Минус куб, я на них забила.
злодеи, а? Спасибо. Зачем там мистер Зацепинг? Слушай, что дальше-то мне делать? А, да? Ой, забыла. Правый вверх вниз. Коллег, никто ничего не говорит плохого про то, что у тебя тут какая-то шальная мамзель верещит. И это хорошо. Должна была уже, блин, научиться, как запрыгивать на эти грани. На грани, а не на шипы ебучие. Ну, как-то через раз, блин, получается. На грани? Ну, скоро закончу. Скоро пройду. Наверное. Сначала левую. Мозгов что-то не хватило трошки. Скорость продажи, прибереги, пожалуйста, свои 150 рублей, чтобы потом себя порадовать. Блять. Все купил, что ли? Да ладно. Кооп, да и Каала не согласился со мной в кооп играть. Ладно. Ну, мы ж, ну, вчера Кала пришел, и я продолжила тему шуток. Качок, кооперативных игр на троих-четверых людей не придумали, что ли, злой нос? Бля, наоборот же, сука. Есть игра про ведьмочек, типа мафия. Ой, решалась. А что такое пропхант? Игра, наверное, да?
Ты в Sea of Thieves играешь? Детектив очень громко смеется. Так это хорошо или плохо? Я ненавижу хвататься за углы. Глори, у меня уже люди спрашивают, а чего у тебя одна парн... Ну-ка, в паблике. Непотребщина. Ты стараешься, блин, красивые рисуночки рисуешь. Не, не мама. Мама не в курсе. Я вам рассказывала про имам Бейлды. Кто-нибудь попробовал? По моему нравоучению, сие прекрасное кушанье. Я кнопки не могу жать. Вот это, блин, час прошу. Час на 4 уровня. Имам Бейлды. Это блюдо из баклажанов. Что за говно? Фу, какой ты грубый. Понятно, почему Иода обиделся. Ладно, прости. Да что ж ты... Чё я делаю? Скажи мне, пожалуйста. Дождать не могу. Все. Сейчас я успокоюсь. Сколько времени? Я не знаю. Когда на меня давят, у меня КПД падает. Я почти прошла, вот ты там что-то написал, проклял меня, я сдохла. Еще раз, ну и по глупости. Ой, все, не хочу. Ебала ее прыжки, блядь. Должно быть, у меня развился стокгольмский синдром, но я скучаю по Спарклсу. Массаж стоп. Ну, ну просто ноги трогали. Ну, типа. Я бы не назвала это прям массажем. О чем я вообще? Он даже никогда не существовал. Это просто проделка дурацкого симулятора. Но не похоже на то, что у него особо есть выбор. Он просто пытается достичь недостижимой цели. По сути, он запер здесь так же, как и я. О, Дюкса.
есть идея на будущее? Я пока ничего не сделала толком, но тем не менее. Направо и левый уедет, а потом я... Ну, даете, а. Бег один из самых. Ужасно, после второй платформы, да, но он падает. Я успеваю потом? А зачем нужен левый кусок? Левая платформа. После центрального налево я на нем успею повиснуть. Как хочется, но не может. Что-то это... Что-то у нас очень нездоровые разговоры в чате. Можно, пожалуйста, так не делать? Блять, прыжок потом. Пош, привет! Да сначала прыжок, потом дэш. Ну, обучи меня. Точно? У меня все получится. Мне вот кажется, что-то не то. Не жму, но вот я ж потом еду, и если я повисну на ней, то разве не снесет меня башку пилой, пилами? Ой. Но маленький. Ой-ой-ой-ой-ой. На маленький наверх. Слушай, ну... Я не успеваю залезть.
Но это чисто случайно получилось у меня с перепугу скатиться вниз и пролететь понизу. Я не уверена, что... Нихуя ты, блядь. Так, тихо. Я не подумала о том, что есть варик происхождения в хуйне. А само сейчас пройдется. Ой. Хуйня, блядь, полная была. Но примерно так, возможно, она и работает без... Но это надо на скиллухе, кажись, да? Ну, в смысле, на реакция. А, у меня один прыжок, сори. Все, спасибо. Угу. Хуй пойми, чё как. Сейчас буду пробовать делать всякие... Смотри, вот надо что-то с верхом делать и с верхним кубиком. Хватит. Умно. Все равно это полная ебанистика. Вообще не понимаю пока. Да хватит туда. Вот эти шипы внизу нужны для того, чтобы... Я хотела не это сделать, но хуй бы с ним. К
опыт там не остается. Эта хуйня здесь просто так по приколу, что ли? Мне нужен один из вот этих вот кубиков здесь. Предупреждение касательно чего? А что я не так делаю? Я их не ем, я их обсасываю. Слышь, а вот это рабочая острота была? Не так делается. Эй, гигантская башка, ты там? У меня есть предложение. Или внимание, Санблэйс. Я кое-что поняла. Тебе придется сразиться со мной, но тебе нельзя будет сдерживаться. Зачем мне это? Возможно, ты так не считаешь, но убивать тебя у меня в планах не было. Я знаю. Ты хочешь, чтобы я преуспела. Как ты и сказал, ты генерировал испытания, заранее зная, что я смогу пройти их. Но я никогда по-настоящему не стану лучше, если буду постоянно использовать эти костыли. Чтобы стать настоящей героиней, мне нужно одолеть настоящего злодея. А кто может быть лучшим злодеем, чем суперкомпьютер, способный изгибать реальность? В твоих словах есть логика, но я не совсем уверен. У тебя всего один путь. На пути... Всего один путь. На пути к достижению своей цели. Ты точно уверена в своем решении, Джози? Я... точно уверена в том, что не хочу торчать здесь до конца своих дней. Так что тебе придется попытаться убить меня. Не такое уж и большое дело, верно? Хорошо. Нехотя промолвил он. Прощай, Спарклс. И ты, Джози. Надо, блядь.
Это не так делается. Но это не так делать сейчас. Все, подожди сейчас. Буга-буга. Какая супергероиня, если ты ни черта не можешь, блин? Шмальни в него огнеметом, блин. Пизда. Такая бум. Розетка, блин, мне кажется, должна быть. Правда, это искусственный интеллект, но хуй с ним. Левый провод без тока. Значит, надо будет потом повиснуть на ней и что-то придумать, блин. Блядь, Сань, не торопись. Не могу влево, ненавижу, когда меня влево заставляют двигаться. Да и вправо. И чё? Мне кажется, меня жахнет током. Ну давай попробую. Сейчас. Прорежет, но я до этого жопой должна ковырнуться об его лицо. Очень плохо звучит, извините. Ну вот.
Ну вот левый кабель, да. Но сначала я делаю все вот так, и я думаю, это единственный верный варик. Ой, я кнопку не прожала. Толкнуть, запрыгнуть и не обосраться, но это сложно. Висеть на уступах, да. Поздравляем, вы в петле. Что, мне нужно потренироваться за цепингом заниматься? Там шипы, блядь. Не понос, так, блин, и в искусственный интеллект. Так же в той поговорке говорилось. Вот чё? Один этот уровень? Это как в The Beginner's Guide игры, которые не проходятся. Ладно, босс убивается, вопрос как? Может просто подпрыгнуть? Турника сразу, но вот сейчас попробую, да. Ой. Да, это что? Ну я об него тюкнулась башкой, и мне нужен будет дэш туда. Ага. Ой, блин. Статичного. Мне кажется, мне не хватает немножко высоты, но сейчас увидим. Дэш в помойку был совершен на, в моем случае, 25,5 лет назад. Тут-то игра и дропнется. Я не подумала. Сделал, кстати, что на этой хуйне нет-то. Да, да, Йока. Тоже заметил. Ты не любишь чиптюн? А что ты любишь? Я, наверное, в тот раз тебя обманула, потому что я думала про турник. Но... Дайси данжен чуть-чуть. Бля, это такая дрочильная пизда. Ой. Говно. Дайси данжен, это вот то, что ты мне советовал. Ну не знаю, я чуть-чуть поиграла, но на постоянной основе я бы не смогла, наверное, в него играть. Бля.
Я могу как-то по-нормальному сделать, хорошо. Кольчик. Гых. Веси, не дергайся, блин. Что тебе говорили? Веси, не дергайся, говорили тебе. Вась, представь, что она на третьей трубе будет делать. Боюсь представить, что у вас там за игры такие. Ой. Сейчас, блядь, разозлюсь нахуй очень сильно. Пизда. Ну там и дропнем, значит. Надо было, блин, тебе Keyboard Cat говорить, что там все легко и просто. Ну что ты, бля, мораль понижаешь? Ух! Не знаю, что произошло, мне это не понравилось. Кстати, да, Keyboard Cat, может, ты имел то, что имеет в виду то, что написал Глория? Кто, Дюкса, скажи, пожалуйста. Смотри, как я стараюсь. Я не буду тебя банить, слово. У нас тут свобода слова. Ну, у некоторых-то нету вкуса. Не ссы. Пулемет, хуёвый, не знаю. Вялая палка. Thank you.
Ладно, Глория. Лишь только сдохнув 500 раз на боссе, привет, ворона, мы обретаем свободу. Ворона подтвердит, она наверняка читала бойцовский клуб. Я, кстати, тоже читала. Я начитанная мамзеля. Ха-ха, напиздела. Ну, очевидно, Keyboard Cat, ты меня совсем за дурочку держишь. Очевидно, что клуб бойцов весь мой любимый. Ой. Вот на сиськи Боба. Комитет моего района по отключению воды. Нужно быть особого рода извергами, чтобы на полном серьезе отрубать воду на такой короткий срок, на такой длинный срок. Воды, но у меня ее не было месяц, но потом мне ее дали. И я сейчас могу мыться. Да, у него сейчас подымется башка. Это та самая часть, в которой я убью тебя. Я мы все. Ворона, сама ирония, знаешь, в чем? В том, что воду отключали в мае, в числах в 13-х, 12-х. Обещали дать ее 25 числа. Вот, они раньше срока закончили работы и дали нам 21-го на 2 дня воду. Потом отключили. И дали не обещанного 25-го, а вечером 26-го, что ли. Я думаю, ну ладно, хорошо. Потом, спустя пару дней, они опять воду отключили на еще дней 20. Вот. Привет, Джуй Шанс. Всю иронию какую? Зато у меня появилась отмазка касательно пупка, да, Дюкс? Я ж не буду свой пупок холодной водой мыть. Привет, Ленский. Сколько? Ну нет, сейчас вода есть, но где-то, короче, очень долго не было. Ну, вот второй раз, когда отключили, хотя бы какое-никакое спасение было, потому что они типа дали вроде как горячую воду, но у нее был очень слабый напор, и она была не горячая, а ну чуточку не ледяная. Короче, как из холодного крана, из горячего текла. Даже не надейся. Что делать с тобой? Как думаешь, куда ее уебать? Заметила у нее слабое место? Вот это мне интересно, как я буду доджить. Ой. Босс исчезнет, но он не останется побежденным. Побежденный останусь только я. У меня
меня проблемы с уступами. Почему побежденным останешься ты? Ну, Глори, мне же распополами. Так а там лазеря, Грарундий. Вот это как доджить? Может, по лапе его жмыхнуть? Так она колючая. Надо куда-то ему жмыхнуть. Вопрос, куда? А бус на правых колючках? Фу. Между ними, вот это да. Крайне левый. Я не могу вса... А, крайне левый! О, ворона, такая ты глазастая. Спасибо. Там пупка торчит. Выключите пупку. Дурак. Ладно, я знаю, куда надо прыгать. Так там, где крайне левый, там... Не, заденет же. Или ты хитрец? Мне кажется, меня там распополами. Кузенька. Ну, бля, методом проб и ошибок мне срут на лицо. Да? Привет, я искусственный интеллект, и я долбоёб. Чтоб ты понимал, Дюкса, как какать. Как? Понимал, нет, ты часто спрашивал, как? Подождать, потом прыгать. Горы? Не, про Селесту можно не задавать вопросы. Селеста ебучий победитель.
умничка, да. Как думаешь, я успевать там буду? Ну блин, Дюкса, люди старались, а ты вот такие гадости говоришь. Но это не самая плохая игра. Во второй фазе, как успевать, чтобы тебя не пропенетрировали, и как это, как его. Ладно, запомню. Наверное, 3 раза по генератору надо будет ударить, да? Генератор в башке его. Вон у него из башки генератор вылезает. Рано. Говорил, да. Помню. Крошка-картошка. Или 4 лапы, 4 раза по генератору. Я забыла об этом, извини, пожалуйста. Там еще шары эти крутятся. Ну, я просто на правую платформу встану. Блин, 4 это много. Главное не забыться. Как еще-то, блин, да? Только так. Почему 4 это много? Почему не 3? Ой, я почему думала... Ой, бля, все, нахуй. Thank you.
мозгов-то нет. Лево и право она потом бьет, да? Лектор. Левый, правый, потом правый, левый. Спрашиваю, я почему-то подумала, что будет что-то еще, а в таких случаях лучше не думать. Извините, пожалуйста. Все то же самое делает, в смысле? Про то, что я элементарных вещей запомнить не могу, так это мой главный перк. Обсираться, когда ты видела что-то уже миллион раз. Ой! Ау! Вроде все просто, блять, а мозгов нет. Ой! Да, блять, не помню, видишь? Ой, это 3, а на 4 мне тоже надо будет запоминать. Помню, было такое. Дюкс, вот ты знаешь почему? Потому что издеваешься.
Ты наоборот топить должен за то, чтобы я поскорее прошралась. Тебе так игра не нравится. А ты бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну а кто еще? Вот. Блять, слева, потом справа. Деда, в том-то дело, что не дед, просто вот... О, бля, играешь в плохие игры, нахуя ты делаешь? На Алане Вейке ты был, Дюкса? Что можешь мне сказать про Алана Вейка? Я, блядь, обосралась. Тебе не нравится Алан Вейк, ну ты даешь. Моя любимая игра вообще. Давай попробуем собраться в большого трансформера и игру пройти. Можно? Пошла нахуй, Саня, все, не хочу, блин. Мне кажется, это хомяк, кстати, а не кот. Не то, чтобы меня кто-то спрашивал, но тем не менее. Спасибо большое, Дюкса, что не забываешь напоминать мне о том, что мое мнение очень важно. Привет, Пеппер. Справа или слева? Пока думала, справа потом, бля. Сюжет? Да там и сюжет же говно, не? Извините. Хорош там сюжет. Точно нет? Справа. Ой, ну я на самом деле это... Не знаю, какой процент аудитории порадую в какой-то веке не инди-дреснёй, но... Живем и видим, блин. Это ж не последняя фаза, да? Ну, в смысле, 4 раза, да, а потом... Знаете, что такое безумие?
золотые? Не, никогда, братан. Я на Death нахуй не могу. Ага, чтобы. Ой, Саня, нарисуй, как я, верхом на единороге. Побеждаю, блин, Георгия Победоносца. И за мной наблюдают толпы женщин с прорисованными лицами, да? Вот что-то такое. Нарисуй, как я счастлив. Ой, фу, гадость какая, Глория. Мне стыдно, кстати, за этот рисунок, лектор, потому что там какая-то ебанина получилась. Типа я могла бы лучше, а получилось, как всегда. Я вот сейчас обосралась. Зачем? Я как же хочется чебурек. Я не чебурек, я Шаня. Мясо во мне есть, теста во мне нет. Так что не обманывай честной народ, пожалуйста. Почему вот это вот говно теперь не проходится? Давно, не знаю. Я паттерн просто запомнить не могу. Я, ну, мясо в кожаной обертке. Фу, невкусно. Я вот этот тайминг, я же его знала. Чё, можешь справа попробовать? Руки уже... Ого. 4 раза ему нужно пиздануть в жбан. Потом новая фаза, новый актер. Ты не булочка? В смысле не булочка? Я, по-моему, тоже булочка. Про дискорд или про что? Так, бля, ладно, забей. Ты моей смерти хомяками отображаешь, Кьёка? Блин, я не помню Лев Грей. Справа же, да? Хотел так. Люблю твои вопросы. Не знаю, я не знаю. Да блин, дайте до третьей фазы дойти, я что-нибудь увижу. Наверное.
вот, блядь, вот я... Угу. Забыл, о чем речь идет. А я, кстати, знаешь что? Я каждый день смотрю на подушки-сидушки в Пятерочке и понимаю, что мои очень сильно потеряли в объеме. Я их проподушила, просидушила. Представляешь? Вот здесь нужно было вниз сделать, да? Такой вес, о, да, наверное, да. Просто не умирать? Не, не советую, слушай, сейчас попробую. Чё я так долго сижу на этом говне? Ну, типа, это же реально, ну, запоминается быстро. Правда. Джози, папа, не знаю как, но у тебя получилось. Как тебе удалось вытащить нас отсюда? Оттуда. Пришлось уничтожить гигантского рупука. А еще он был единорогом. Тебе нужно было видеть, это было просто нечто. Похоже на то. Теперь я официальная супергероиня. Было страшно, но все-таки круто. Расскажи мне все, что там произошло. Рад, что тебе удалось выбраться невредимой. Ты ведь предупреждал меня, что симулятор — это не игрушка. Слушай, как думаешь, а здесь будет такой, типа, неожиданный поворот, что и выжил, и он, типа, засмеется в конце? Да какая разница? Может, не будешь рассказывать матери об этом? Не думаю, что она будет очень счастлива. Без проблем, пап. Можно я угладила уже? Секретные уровни, говоришь? Дюкса, нельзя так ненавидеть игры. Это неуважение к создателям, которые вкладывали душу в свое детище. Спокойной ночи, Глори, ты спать? Но я не офую. Но ты все равно спать, да? Кот Соло. Двадцать часов. Спасибо дочери за то, что она дочь. Спасибо маме и папе за то, что вы мама с папой.
Спасибо братьям за то, что вы братья. Ого, какая семья большая. Спасибо Джошуа за то, что ты Джошуа. И Марку спасибо за то, что он Марк. И Амаури спасибо за то, что Амаури. О, спасибо Сэму за еду. Микаэлю и Бенам, Бену спасибо, что вы были партнерами. Себастьян, спасибо за Бах. Мэдди, Ноэл, Амора, Педро, Лена, Кевин. Тем, кто играл, стримил или делал, Дискорд комьюнити. О. Тут мог быть мой никнейм, кстати, за папу. Да не, Дюкс, сейчас быстренько пробежим на хард-главу. Я гляну одним глазком. Нормально. Ну слушай, тут вроде легко пока что. Пожалуйста, все, выхожу, отстань. Все, сюжетка пройдена.